что представляет собой мусульманская модель бизнеса, какие страны несут пальму первенства в развитии и внедрении элементов исламской экономики, в каком из регионов России стоит первым реализовать пилотный проект исламской бизнес-модели. Обо всем этом читайте в интервью с президентом Международной ассоциации исламского бизнеса Маратом Кабаевым в новом 8-м номере газеты «Ас-Салам».